Итак, доброго здоровья. Всех рад приветствовать на канале GameLair. Меня зовут мистер Фриман 315. Третья часть моего прохождения мода Residual Point для первого Half-Life. И первый раз за это прохождение я слышу звуки спецназовцев, да. Сейчас будет жарко. У меня из патронов очень-очень мало всего. Так. Ух ты. Иди сюда, родной. Иди. О, этот хоть помог мне с хэдкрабами справиться. Так. Так, интересно, они где-то разговаривают, но я, честно говоря, не могу понять, тем более здесь тупик. А куда идти тогда? Так, прикольно. Еще прикольней. Нет, нифига. Странно. Странно, ребят, очень странно. А, все, я увидел. Так, еще раз увидел. А, вот он. Так, 17 патронов у меня. Блин, достал он меня. Так, не понял. Оба-на. Это что получается? А, это получается все. Я думал, это та комната, с которой мы, в принципе, залезли в вентиляционную шахту. Так. А ведь это действительно та же комната. Так, ну мы открыли какой-то... Мы, видимо... Да, мы, видимо, вот эту дверь и открыли. Не, не пойдет. Что ж вы такие все живучие, блин? Повезло, однако. Только пощупайте эти самые. Пару подствольничков. Так, магнуму патронов нет. Ясно, хорошо. Будем так пробиваться. Так, ладно. Аптечка, 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 аптечка. Так, ну нормально, пока держимся еще. Пока. Блин. Так. Не, не пойдет. Сюда. А если сюда?
Так, Freight Security. Я просто думаю, может быть, здесь найду какие-нибудь... Офигеть. Не, у меня слишком мало жизни, видимо. Попал. Куда ты? Блин, я ж тебя 2 раза, 4 раза попал, а? Что ж ты, падла, такой живучий? Так, ладно. Теперь дружочек. Нет, слишком у него реакция большая. Слишком у него реакция большая. И слишком много жизни, видимо. Так. Деваться мне некуда. Вообще никуда. Да и... Готов. На удивление, готов. Так, еще одна аптечка. Похожие тут кабинеты такие, что интересно. Есть. Наконец-то, хотя бы 6 зарядов. Это уже плюс. Я уже 6 человек могу хедшотом убить. Броньки чуть-чуть. И бронька. Так, ну давайте, ребят, по одному. Проходим. Я не пойму, я что, не попал в него, что ли? Удивительно, убил только 3. Очень-очень-очень жаль. Так, что там происходит? О-о-о. Так, подождите. А как хочу? Налево. Ладно, придется так. Не, это полная фигня. Вы знаете, ребят, что-то мне подсказывает, что мне лучше всего... Что мне лучше всего вернуться и поискать гранаты, потому что просто так я эти гребаные турели не вынесу. Они мне просто выжмут все мои... Скажем так, жизненные соки. Все мои жизни заберут у меня, да и все. Ничего из этого хорошего не выйдет. Так, давайте тогда немножечко вернемся назад. Там, по-моему, еще ребятки остались. Почему-то мне так подсказывает интуиция. Так, значит, мы пришли сюда. Зашли сюда. Это первый этаж. О! Так, ну вот уже что-то. Правда, гранат нету, к сожалению. Но. Вон, слышите? То есть там их еще имеется. И вот в этих ящиках вполне возможно, что будут. Как я мог так лохануться? А?
Ну не трать мои гранаты. Зараза такая. Так, не, ребят, ну только не... Это что было? Это что сейчас было? Есть! 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 Отлично. Одну я нашел. Одной мне, в принципе, вполне достаточно, если как бы учитывать, что дальше турелей не будет. Я, конечно, сомневаюсь, что дальше их не будет. Я больше чем уверен, что дальше они тоже будут стоять. Но, по крайней мере, с этими двумя я уже смогу разобраться. Да задолбитесь вы в меня стрелять. Так, ну погнали. Отлично. Уже хорошо. Что там дальше нас ждет? Так, успешно мы его убрали. Еще одна граната. Вообще супер. Какая прелесть. Она прям на крыше. Так. Знаете, что мне интересно? Докину я туда гранатку, нет? Буду пытаться. Нет, неправильное дело. Хм. Один готов. Что ж ты такой живучий, блин? Вот это лучше. Да, все-таки двойной выстрел дробовика очень-очень выручает от таких подобных ситуаций. Так, я думаю, не стоит тратить патроны. Когда жизни максимально... Вернее, минимальное количество, хотя сказать максимально мало. Вот, двойной выстрел дробовика в упор очень спасает вот от таких дурачков. Мне даже нафиг их не патроны, автоматы не нужны, они очень малоэффективны. Вот автомат, по моему мнению, в Half-Life самое малоэффективное оружие. Вот эта винтовка штурмовая. Потому что урона она наносит минимальное количество, а патроны тратит максимальное количество, да. Тот же пистолет по убойной силе намного лучше, по точности намного лучше. Вот, и одиночными выстрелами можно спокойно вынести жертву в голову. Будь это хедкраб, монстр или спецназовец. А вот что касается автомата, здесь, конечно, спорный момент, очень спорный. Ух ты! Офигеть, они закидали меня. Так, а знаете что? Печально, у меня патроны почти кончились. Почти что кончились. Так,
так лучше уже. Закрыто. Мне непонятно, зачем разработчики сделали функцию в перезарядке при полном магазине. Этого можно было и не делать. На самом деле. Так, а как же здесь? Что ж против них-то применить? Один готов. Ух ты, где там муха? Сам себя подорвал двумя гранатами. Ой, дурачок. Так. Так, а мне интересно, мне вообще надо на второй... На второй этот самый этаж. Сейчас глянем, может это что интересное есть. А, понятно, это отсюда, короче, ход. Пригодится очень даже. Давай, давайте сюда. Так, один готов. Вот так вот в упор самая ужасная тактика. Я не знаю, либо они терминаторы, твою мать, либо я хрен его знает, я поражаюсь. Только после выстрела магазина в упор, просто вот в упор, в лицо практически, да, в голову, только тогда они умирают. Киборги, блин. Киборги, пидорги. Да. Не знаю. Так. Много. Так, что я сделал? Тоже эффективная штука против них, очень эффективная. Так, нижний этаж, бейзмент. Понятно. Так, а здесь что у нас? Отлично. Блин, хоть что-то, а? Что это за выстрелы, просто мне интересно. Кто в кого стреляет? Надо это выяснить.
Давайте, ребят. Чтоб тебя. Хедшотик. Потратил впустую. Так, интересно, сколько их еще? Блин, хоть бы к дробовику дали патронов, я не знаю. Снайпер, понятно. Ну и вынеси его хорошо в голову хедшотом. Очень даже неплохо. Так, а вот этого будет вынести очень непросто. А может и просто, когда есть подходящее оружие, да, в инвентаре. А вот если нет этого оружия, то все очень непросто. Допустим, если бы у меня сейчас арбалетик был, я бы их выносил направо и налево. Или к магнуму побольше патронов тоже направо и налево. Ну или на крайняк от дробовичка я взял хотя бы 8 патронов. Вот, а так, конечно, проблематично очень. Так, а ну-ка еще раз. Не, я не пойму, он что, терминатор, твою мать? В натуре терминатор. Так, давайте глянем, что здесь. А, так, сюда мы пришли. Так, давайте наверх. Так, третий этаж. По-моему, я здесь был. Если не ошибаюсь. Все, давайте, короче, так посмотрим, что внизу. Здесь я тоже был. Блин, да ему реально на все пофиг просто. Понятно. Что мне показалось, он здесь. Это называется обманный маневр. Очень неплохая вещь. Так, сейчас еще одного выкурим.
Отлично. Так, вот я не знаю, пройду я здесь. Как бы не критично, но пройти можно. Да чтоб тебя. Зараза, все-таки прыгнул. Скользкая какая-то жидкость, блин, разлита на полу. Готов. Блин, дали бы хотя бы подствольник какой, я не знаю. Хотя бы один подствольный патрон, я имею в виду. Твою ж налево, забыл про эти штуки. Ну иди сюда. Офигеть, они живучие, блин, а? Я в шоке просто. Ну что, едем дальше. Что такое, профессор? Their idea of containment is to kill everyone associated with the project. Judging from your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong. Isn't that right? Now look, if anyone can end this catastrophe, it's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the base. With the transit system out, I couldn't tell you how to get there. But there's an old decommissioned rail system somewhere through here, beyond the silo complex. If you can make it through the rocket test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever's left of the Lambda team. You can trust them. You can trust all of us. Good luck. Так, значит, в двух словах, то, что мы уже, в принципе, и так знаем, без его монолога, это, значит, решение правительства убрать всех свидетелей событий в Черной Мезе. Зачистка территории полная и безоговорочная. Вот. И что еще? При помощи станции метро Черное место я могу добраться до комплекса испытательных ракет, где будет, так сказать, коллеги, ну, или группа ученых, которая поможет мне выбраться из этого комплекса. Вот, возможно, вот так. А вот сейчас меня интересует, ух ты, такой вопрос, сожрет ли меня рыбка? Пока повезло, пока не сожрала. Так, вортигонтик. Дай-ка я тебя убью. Баталия.
Так, а если я... Опа. А смысл мне туда прыгать? Зомби спецназа. Самый живущий, блин. О, этого я тоже помню. Такой интересный зомбак, конечно. Так, ты там еще. Так, мне интересно, мне стоит сюда или нет опускаться, но пока не буду. Неплохие штучки. Божечки мои, сколько тут. Твою мать! Пошли на... Слушайте, а знаете, мне что интересно, где здесь гребаная лестница? Вон она. Офигеть. Заперто. Готово. Блин, офигеть, как я проскочила. Я в шоке просто. Да чтоб вас. Умирайте, вы убиты, ребята. Так, все да не все, да? Так, сейчас опять она обрушится все, нет? Нет, что удивительно. Так, снизить от крабиков. Так, что там дальше? Бронька, отлично. Еще ниже. Слушайте, мы же этажей на 30 спустились вниз. Что интересно. Так, разные отсеки. Ну давайте пойдем сначала сюда. Отлично, ребята. Жизнь налаживается. Жизнь реально налаживается. Все, террористы. Вернее, те спецназовцы. Вешайтесь, ребята. Вешайтесь. Вместе с Шепардом. Thank you.
Так, я не знаю, что я включил, но... Сейчас посмотрим. Дальше интереснее.